В самой России сегодня прошли традиционные для 31 числа акции протеста оппозиции. Сотрудники московской полиции задержали лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова в ходе проводимой им акции на Триумфальной площади. Он был арестован сразу после того, как вышел из автомобиля. На митинге присутствовали около 100 человек, несколько десятков из них были задержаны. Напомню, что активисты движения «Стратегия-31» собираются на Триумфальной площади в последний день каждого месяца, содержащего 31 число. Акции проводятся в поддержку 31 статьи Конституции России, в которой говорится о свободе собраний. Митингующих неизменно разгоняет полиция.